Анонс итоговой даты выхода 175-й серии турецкого сериала «Запретный плод». 175-я серия сериала выйдет в эфир 8 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Кумру с большой ответственностью начинает подготавливаться к своей свадьбе. И при этом она хочет сделать все сама. Йылдыз предлагает Кумру свою помощь и хочет принимать в этом важном мероприятии свое непосредственное участие. Когда Кумру стала выбирать кольца, то ни одного из них Йылдыз не оценила по достоинству. Кумру считает, что Йылдыз просто не угодишь. Когда Кумру отправилась выбирать свадебное платье и надела то, что ей пришлось по душе, то Хандан высказала свое недовольство по поводу рукавов, которые посчитала лишними. Эндер спросила у Кумру, что она на это скажет. Кумру попросила Хандан и Эндер пойти и выбрать для себя свадебное платье. Кому из них подойдет больше, то она и наденет. В итоге это привело к соревнованию между Эндер и Хандан. Доган сказал Йылдыз, что у него есть для нее еще один сюрприз. Он достал кольцо и спросил у Йылдыз, выйдет ли она снова за него замуж. Йылдыз сразу же ответила согласием. Каждая из героинь испытывает свое счастье. Но Джулии удается выйти из тюрьмы. И она намерена воплотить в реальность свой план мести. 175-я серия сериала выйдет в эфир 8 мая. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.